Я хотела бы для начала, конечно, выразить благодарность Араику, благодаря которому это все произошло. И немножко рассказать об Алексе, из-за которого это все произошло. Это человек, который приехал из Австрии, один из лучших австрийских музыкантов, изначально микробиолог, медик, виртуознейший исполнитель, который, помимо того, что у него ученая степень в микробиологии, он получил еще грант на обучение в Беркли, закончил колледж Беркли и решил, что музыка все-таки это его. Вот сейчас он в России первый раз, и как-то так удачно вместе с Антоном Джавидянцем, Львом Слепнером, Татьяной Шишковой, я думаю, его второго отделения они порадуют любые уши, все уши, которые здесь собрались. А в первом отделении мы сделаем «Мальдадим дать» города Рязани, а также немножко Латинской Америки. Это будут вещи, которые написала я, и аранжировки, которые написали замечательные ребята из города Рязани. Сейчас вы их здесь увидите. О каждой вещи я буду чуть-чуть говорить, наверное. Вот, сейчас минутки три мы еще помолчим и соберемся все на сцене. Thank you.
вообще удивительно. Для нас это первый концерт в Москве. И в таком прекрасном месте лучше придумать нельзя, с такими прекрасными людьми.
следующая вещь про синхронизацию всего со всем. Как все приходит во все. Thank you.
все состояния из воды в главном.
душа Коэна есть вещь, называется Remember. Если можно, гитара Алексу Папу. А мне стыдно сказать, Танечка, Таня, можешь мне воды принести? Простите. Следующая вещь такая, про то, что любой человек, который нам встречается на пути, на дороге, это и есть ты сам или я сам, какая-то твоя грань, и по сути, кроме тебя или меня, никого не существует в широком смысле этого слова. И если что-то кому-то в холке не нравится, то, скорее всего, это зеркало. I'm
Там не душно. Душно. Следующая вещь посвящается художнице замечательной. Хотя можно разойтись по мнению, но мы ее любим. Фриде Кало. Я же главное говорить, подождите. Поехали.
городу Рязани. Рад, что он такой прекрасный. И Рязанскому Кремлю, который светлый, на высоте стоит. И по нему можно гулять с собакой. Thank you.
на такой композиции мы бы закончили первое отделение. И сейчас готовится великолепный виртуоз своего дела Антон Давидян, следующий Татьяна Шишкова. И вместе с Алексом Пинтером статутом жар. Привет. Сейчас мы проверим звук еще раз. Потом начнем через некоторое время. Excited, thanks for having me. We're gonna, yeah, hello! Yeah, and the second set, we'll have a little different setup here. We have Lev on drums. Applause for Lev! And we have Anton on bass guitar. I play some balalaika, and we're gonna start with some Charles Mingus. It's called Nostalgia on Times Square. Have fun! Thank you.
Thank you.
Song, we're gonna have a little support by somebody on the vocals. Please welcome Tatiana Shishkova. And we're gonna play a tune by a piano player, great piano player, with her name is Steve Kuhn, and the title is The Saga of Harrison Crab Feathers. Thank you, Alex. Thank you.
Life was so short, it's hard.
Следующая композиция называется «Принцесса». Я написала Алекс Пин. Тему в этой вещи обычно играет саксофон. Я попробую сегодня притвориться, что саксофон — это я. Thank you.
Thank you.
Song of the second set for you. That's Lev on drums. Yeah.
Anton on the bass guitar. Tatiana on the vocal. Next song is Uchkuduk. Uchkuduk, Trikalotza. We're going to play Anna Maria by Wayne Shorter. Thanks all for coming out. I'm Alex Pinter from Austria. Yeah, he's Austrian. Да? Yeah. Have fun with the last song. Thank you.
One more.
Спасибо всем, кто пришел, насладился этими великолепными музыкантами.